Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха. Это игра Warrobots, планшет Mi Pad 5. Снимаю с помощью программы Digma. Сейчас покажу, что за программа. Вот эта программа. С помощью этой программы снимаю. Видимо рекорд называется. Съемка. У нас качество будет хорошее, наверное, надеюсь. Вот, съемка сама по себе у нас будет, настройка графики пока быстродействие, но поставим 30 FPS пока поставим, потом поставим 60 FPS в следующем бою. То есть сейчас настройки графики у нас быстродействие. Следующий видеоролик мы включим... Ну, то есть следующий видеоролик будет игра на планшете Mi Pad 5 Xiaomi. Будет на высокой, на вот этой. Ее надо загрузить дополнительно 1,73 гигабайта. Вот. И я загружу, и следующий видеоролик будет у меня именно вот на этой частоте. А пока мы сыграем на быстродействие. И давайте, ребятухи, сразу заходим. Дан-дан-дан-дан. Тут вовсюду в бой. Красота, все ярко, четко. Блин, картинка огромная. Активируем бустеры на полчасика. Атаку, защиту. Увеличивает скорость всех роботов и прочность самого робота. Пойдем в режим превосходства. Начинаем начало боя. И сейчас я, как мне предложили, не держать телефон в руках. Я положил его на кровати. Странным каким-то образом получилось так, что планшет у меня кривой. Тут только кровать кривая, то ли что. Кровать у меня только кривая. Обалдеть. Ну, дело молодое, сами понимаете, что, да? И буду играть двумя пальцами, типа. Вот, даже, может быть, тремя пальцами. Вы этого не видите. В общем, левая рука у меня, планшет лежит на половине, а левая рука вот у меня... Буду играть, как говорится, это четырью пальцами. Ого! О, вау! Щет! Это, ребята, уже читер. Pay to win. Pay to win. В общем, сразу попали против читака. Смысл, короче, играть против читака нету. Да, в принципе, он убивает всех. Смысл, да? Да, тут толкается, короче. Парни не виноваты, вот эти вот, которые играют. Обалдеть, как тяжело, ребят, играть так. Нет, тяжеловато. Ну, вы все видите, да, бардак, короче. Сразу попался читер в гандон. Но, к сожалению, ребят, есть больные наглые люди. Больные, астребольные, носит башку. Таких людей вообще психушку ложат, те, кто играет с читами. Вот таких ребят в психушечку ложат. Короче, тут бегают нас всех перебонтают. Взял планшет в руки, потому что так вообще, как мне предложили, положить его использовать, не получается. Графика прекрасная, самая главная, обалдеть.
Ну, говорят, настоящую чувствительность надо, по-моему, побольше сделать на планшете. Чувствительность экрана чуть побольше сделаем. Вот типа такой. Так, и я готов. На Артуре теперь он бегает, читер. Ой, тебе в такой чувствительности мне не приходится делать. Это надо чувствительность поменьше сделать. Настройки интерфейса. Чуть-чуть заработаем очко. Очень красочно. Раньше прицел так высоко не поднимался. Кусок мяса, господа. ID читера конченого. 508 тысяч серебра мы заработали, тоже неплохо, в принципе. Вот он, читер, мастер 1, Crazy Russian, 35+, 33 участника из 36. Его ID MV5KVU. Я думаю, что он будет уже забанен нахрен. 6 лямов настрелял, что-то там вообще... Короче... Ребята, крыша поехала у гондона, и хуй с ним. А мы идем дальше. Печально, конечно, что 3 пальца, как мне там сказали, надо, блядь, делать. Вообще жесть, чушь какая-то. Хрен, пойду за стол сяду. А, за стол сел, блядь, сейчас за столом попробую поиграть. За рабочим своим столом. На планшете. Еще раз говорю, что снимаю я с помощью съемки экрана, да, и играю на планшете. Ну, это очень далеко. И это вообще... Субтитры
Мне сказали умение вот показать им пальцем на компьютере врубать. Я постараюсь. Ага. Надо будет еще скачать инфографику. Так, не успел. Ты не успел, ты опоздал. Давай, террор. Прицеливание вообще туда нахрен. Блин, гребаные аптечки ходящие. Не было бы таких модулей и аптечек, да? Было бы легче играть. Где-то я уже видел эту сборку. На Синдерах и Дробахах. Это меня в прошлом бою это убило. Вроде бы как бы, нет.
Зачем еще копаться? И непонятно, это что же, пиалки, что ли, Карибского моря? Смотрите, у него там этот штурвал, бля, или как это называется? Да, ребята, еще. Он все в руках тяжело держать, он 3 килограмма будет. Понимаешь? Он все это тоже. Давай перезарядка и огонь. Прошу, красноперы. Все, победа. Не, проиграл. Нет, поражение. 301 тысяча. 311 тысяч шестое место. 4 ляма. 500 и... шестое место, понятно, там китайцы. Китайцы круче сыграли. И вот этот совкопак, смотрите. Симпаковар, блядь, симпакопак, блядь, мяля. Какие вы, блядь, тупые вообще. Симпаковакопак террор, блядь, просто. Копак, блядь, смайл вообще параша, честно. Ребят, ну, простите меня, если вы вообще понимаете мой русский язык. Ну вы просто пиздец больные. На всю башку свою. Такие ники делать. Режим превосходства на смерть, ребята. Третий бой. Все не прет. Там читер, тут кланы. Нормально можно сыграть, блин. Вы оцениваете это быстрое действие. Средняя графика. Чуть закрыть. Нажимаешь кнопку двигаться, блин. Не поворачивать головы, начинать стрелять. Да, мы что, блядь, удивлены этим крысам.
Лечится крыса. Скорпионская крыса. Вперед на смерть, бро! Я с 2СС. Блять, я тут какой-то из 2СС тоже. Вот такая графа, вот такие у нас тени. Тут аптечки, ничего нет, ничего никак не залетит. Блять, таких дебилоидов, шарангоебов, блять. Гандон штопанный. Я балдею, ребята, блять. Просто балдею. Со своим умением влезут в дырку, блять. Анонисты, дальнобойщики, недоделанные. Я должен в него, блять, стрелять, мировану даю. Ну чё, в чём проблема, блин? Где вот этот дальнобойщик, блядь, недоебанный? Где он, сука? О, выстрел сделал, мразь! Трубодом шатал.
Нормально отвлек противника. Ну хотя что там отвлек, мы и так побеждали, да? Тим, короче, не дождешься. Все, вот так, ребята, я играю на планшете. Прям хочу сказать, это пипец как тяжело. Просто 500, там 600 грамм, наверное, весит. Играть, ложить его на пол, там, блядь, не знаю, на стол, я не знаю. Его неудобно играть, кнопки не нажать. В общем, играть на планшете, вот в такие игры, в такие планшеты, блядь, вы играете на планшетах в игры, люди, с вами что не так, блядь? Я понимаю, что планшет, конечно, экран огромный, может быть, приятно играть, но это просто тяжело, это надо быть качком, блядь, чтобы играть на планшете. Это неудобно, кнопки, блядь, просто неудобные. Это он тяжелый, просто жопа какая-то, понимаете? Как можно на планшете играть? Блять, он просто тяжелый, вы не понимаете, что такое 560 грамм или сколько он весит. Обалдеть. Ну, с чехлом. Обалдеть. В общем, ребят, неудобно играть. Я попробую, вот поставлю на скачку, вот при вас поставлю на скачку, загрузить дополнительные гига, да, буду загружать сейчас гигабайты дополнительные. И уже следующий видеоролик выйдет, как я играю с хорошим вот этим вот как его интерфейсом, как не интерфейс, графикой HD графикой будем играть. Вот. А дальше уже я попробую там на камеру как-то поставить камеру. У меня есть Sony 3000 экшен камера. Попробую камеру поставить, и чтобы заснять, как я подключаю клавиатуру, что в принципе надо на него еще программу установить и так далее. То есть подсоединить клаву и играть вместо компьютера на нем, да? То есть как бы вот любой может подсоединить, купить-то фигулю, которая продается за... Я купил лично там что-то 1100 рублей. Подключить к ней клаву, то есть не геймпад, а клаву. Ну, конечно, может быть, такие дорогие геймпады, кстати, продаются тоже как вариант. Блин, блютузовские. Не знаю, я таких не видел. Не, вроде видел, там дорого что-то. Там 4-5 тысяч они стоят. Но даже не задавался вопросом. Ну, давайте на этом закончим. Вот такой был видеоролик. Блин, стримота позорная. Управлять пальцами просто нереально. Я вам говорю, там довод нужен, я не знаю. Там надо привыкать, ну, вряд ли привыкать, там... Я не знаю, что вообще, даже не знаю. Сама чувствительность, блядь. На телефоне как-то проще. Я даже на блэкшарке играю, проще играть, чем на планшете. Очень просто огромные кнопки. Не дотянуться, блядь. Просто жопа какая-то. Может быть, у разработчиков интерфейс не доработан, да, для планшетов. Не знаю, ребят. Лучше всего бы конфигурацию кнопок, чтобы сами меняли, чтобы разрабы это сделали. Но, как известно, компания Pixonic это нерадивые сотрудники, не умеющие ни хрена делать. Вот так вот можно сказать. Вот. Они умеют только рисовать новых роботов, да. Вот. Потому что даже механика, ходьба и умения, и те, блядь, не работают периодически на тех или иных роботах, понимаете? То есть рисовать. В компании Pixonic справляются на пятерку только отдел рисования. Все, все отделы справляются на двойку. А комьюнити-менеджеры вообще на единицу. Там даже на минус единицу работают. Это просто вообще ужас какой-то. Но хочу сказать, что сейчас в Ютубе очень много выскакивает рекламы WarRobots. Компания Pixonic вложила бабки туда. И сейчас идет полномасштабная реклама игры WarRobots. Но мне опять же не понравилось, блядь, в том, что компания Pixonic рекламирует игру WarRobots с неправильной, с обманом.
То есть сама игра роботов, она, как мы привыкли видеть, вот такая вот, как в этом видеоролике, а пиксоники штампуют каких-то баб, каких-то убийц, которые кого-то убивают, взламывают роботов, роботы там на уровне, блядь, этого человека, потом что-то повыше, потом поменьше, какие-то пауки, в общем, реклама полный обман, человек, который смотрит на эту рекламу, охуевает, думает, скачивает игру, приходит в игру, смотрит, а там шляпа. Я с таким, ребята, обманом, обманной рекламой уже встречался, там легенды, хуенды, всякие такие игрушки есть, да, попробуй там открыть золото, тут золото, а потом заходишь, там вообще шляпа полнейшая, стратегия галимая, вот, с которой давно бросили играть, и вот на новой рекламе нас заманивают. Ну, вот так вот, блин, мне не очень нравится, пиксоники, что вы делаете обман новых игроков, обманываете со своими рекламами. Очень, очень мне не нравится, негативно отношусь к этому, ставлю вам вообще минус единицу. С вами был Братуха, подписывайтесь на мой канал, ставьте лалки, дизлалки, оставляйте все сообщения, всем пока-пока.